Всем привет, мои хорошие, мои друзья и гости моего канала. Да, Дима, вот так Дима вдруг стал любить смотреть в окно. Покушает и в окошко бежит смотреть. Покушает и в окошко. И постоянно прям к окну, к окну. И, естественно, я успеваю на кухне что-то там докушать свое, что-то сделать. Вот. Да? Сегодня он пришел со своей любимой игрушкой. Кто тебе ее подарил, сына? Кто? Деда, как деду звать? Вова, молодец. Деда Вова подарил тебе. Неужели ты помнишь? Помнишь, да? Да. Здесь вот здесь как погремушка вот. Здесь шуршит. А здесь пищит, да? Такая прям развивающая игрушка. Подарки, это мой папа. Подарки прям он умеет дарить, такие хорошие дарит подарки. Да? Ну, в принципе, у нас все дарят хорошие подарки. Так, у нас 27 или какой-то конец марта еще только. Вот ролик, как всегда, у нас выходит с опозданием, потому что я снимаю заранее. Не знаю, уже привыкла так. Сейчас уже дома в основном сидишь. А до этого все время в разъездах, туда-сюда. И чтобы у вас хоть что-то было, чтобы никто не отписывался, я записывала заранее. А сейчас уже просто привыкла. Вошло в привычку, так удобнее. Несколько дней можешь спокойно отдохнуть. Да? Дима, посмотри мне. Улыбнись. У тебя что, подушка, что ли? Посмотрите, как у меня чисто. Перемыла всю посуду. Здесь у меня... Это мешок, не знаю, зачем я его помыла. Это мешок из-под молока. Надеюсь, здесь что-то туда положить. Не знаю, что-то мне захотелось его помыть. Вспомнила, как дедулю или на улице какого-то дедушку, по-моему, видела, как он из такого пакета черного, такой из-под кефира, вынимал ключи. Документы, ключи. Вот я часто видела раньше. Сейчас, наверное, так же. Раньше их копили, вроде как мешки были нужны. Не знаю, короче, выкину, скорее всего. Вот, все здесь намыло, ложечки, вилочки, свой стакан, тут Димина. И сейчас вот я кипячу чайник. Это в этом чайнике у нас хранится кипяченая вода. Как бы я ее скипячу и оставляю там. И мы там несколько дней пьем. А оставшаяся вода я в основном кипячу здесь. Ну, здесь у меня кофейная гуща подсыхает. Вот, остатки риса, представляете? Залезла у меня вот прям чуть-чуть рис. Я думаю, что я сразу все не сварила. Вот оставила на суп. Завтра буду суп готовить для Димочки. Здесь у нас всякие фрукты. Хотела сказать овощи. Вот сгущенка здесь. Не знаю, надо сделать крем. Кстати, нашла косточку. В каком-то сухофрукте нашла косточку. Ну, не знаю, похоже на вишневую. Ну, по-моему, там не вишня была. Короче, хочу ее попытаться посадить. Ну, не знаю, когда там до меня дойдет. Вернее, до нее дойдет очередь. А здесь, кстати, у меня, смотрите, мешочек такой классный. Мне подарили его. И в нем всякие мои причиндалы, которые мне нужны для влогов. Еще там конфетки спрятались. Такая вот. И, кстати, очень красиво. Да, довольно. Телефон там заряжается. А здесь вот сок стоит, тут мои таблетки. Уже вторую пачку допиваю. Но у меня что-то начали выпадать сильнее волосы. Не знаю почему. Я еще параллельно начала пить вот такие вот таблетки, чтобы иммунитет поднять. И, по-моему, вот после них у меня сильнее стало выпадать. И как-то очень давно я их пила. У меня тоже, ну, выпадать не переставали. Вот. Здесь всякие у меня. А вот кофейная гуща, которую я складываю. Здесь вот какая-то штучка мне мама принесла. Ну, короче, она там полезна чем-то. Не помню, как называется. Вот, шоколадка. Это я ее, кстати, в капучино добавляла. А, и нож у меня. Нож сломался. Решила протереть нож. Беру такая его. Раз, а он вынимается. Блин, так жалко. Это мой любимый нож когда-то был. Вот, после того, как свекровь им что-то отрезала, он тут отломилась. Металлические такие штучки.
Здесь вот есть, а здесь отломилась. Но я не понимаю, каким образом она должна там вставляться. Хотя нет. Нет, все равно не понимаю. Здесь просто металлическая штучка, а заходит он туда. То есть она, по сути, не держится. Не знаю, короче. Так, вот у меня сломался ножик. Надо бы какой-то горячий момент, может быть, сажать или что-то. Нож хороший. Я его использовала для маслица, вот, не намазывать. Сейчас у меня уже закипит мой чайник. Время 2 часа ночи доходит. Опять я легла поздно спать. Записала несколько обзоров опять. Узнала сегодня, что, оказывается, YouTube стал удалять некоторые ролики. Просмотрела, которые у меня на будущее стоят ролики. Вроде бы все на месте. Я сижу теперь, думаю, блин, а как дальше быть? У меня на обзор вообще очень-очень-очень просто много товаров, продуктов. Ну, продуктов в основном. Не знаю теперь, как быть. Заранее их записывать, где-то это надо хранить, потому что на компьютере это безопасно. Вернее, опасно, наоборот. Небезопасно. Небезопасно, да. Это, кстати, силиконовый коврик. Дим на него тарелочку ставит. Вот. Лежит, завтра мы проснемся. Стол убрала, все убрала. Все чистенько. Сейчас будем выключать. Осталось, кстати, надо еще помыть мне эту плиту. Я там что-то варила, и прям пятно такое. Но она, кстати, моется очень хорошо. Прям классно, мне очень понравилось. Хорошая. И духовка, кстати, у меня тоже очень хорошая. Все, сейчас он начнет пищать. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну, давай пищи. Вот, короче, вообще я в замешательстве из-за этого YouTube. То, что он удалять, ну, как автоматически просто они будут удаляться, эти ролики. И обидно, если запишешь ролик, а YouTube его удалит. Я вдруг не замечу. Это будет обидно очень. Стараешься ведь. И так происходит потом. Мы кушаем. У нас уже обед на самом деле. Димочка у нас кушает кашку гречневую, да? Как поросенок. А я вот здесь вот кушаю салат с кириешками. Очень вкусный, такой безумно. Мама принесла. Положила. Вот, на улице народ у нас ходит, да, Дим? Гуляет народ, да? Да, Димочка? А мы кушаем, обедаем. Вот ты как ешь-то вкусно. Ты ложку ешь или кашу? Мне кажется, нет. Ты ложку ешь. Нет? Ложку. Ложку ешь все-таки. Ну, я вот так и подумала, что ты ложку ешь. Еще блины вот тут передали. Как раз блины хотела. Попозже их поем. Ребенка сейчас уложу спать. Да, ешь давай. Ешь. Чего? Ешь.